Борис Акунин. Аутотренинг. Первое. Не злиться на арифметическое большинство населения твоей страны. Оно не виновато в том, что оно такое. На то существуют более или менее понятные исторические причины. Второе. Если бегать вокруг дерева и сердиться из-за того, что оно такое чахлое и маленькое, дерево от этого быстрее расти не станет. Нужно в меру твоих сил и твоего представления о плохом хорошем ухаживать за деревом, чтобы не сохло, не гнило. Бороться с пожирающими его паразитами. Смириться с тем, что дерево, вероятно, вырастет и начнет плодоносить, когда тебя уже не будет. Третье. Это и есть нормальная, здоровая жизнь. Выращивать дерево, которое станет плодоносить после тебя. Это нормально и правильно. Четвертое. В конце концов, дело совсем не в дереве, которое может быть сон, увиденный во сне, а в тебе самом. Поэтому поступай, как считаешь правильным, и будь в мире с собой. Пятое. Вдолбить эти очевидности себе в голову и повторять как мантру каждый раз перед чтением новостей с родины.